Меня зовут Алексей Корзин. Я путешественник-экстремал, телеведущий и спортсмен. И сейчас я участвую в суперпроекте «Тверь Тим». Я с детства любил индейцев, приключения. Вся моя жизнь – это, в принципе, такой кубик Рубика. Я покупаю эмоции, а не холодильник. Поэтому прыгаю с самых высоких точек, которые могу найти. Я ем печеные гвозди. Мне вообще все равно. Вот и все.